Добрый вечер. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я специально для вас открою в Таиланде, в регионе Паттайя. Отель, который мы сейчас будем с вами инспектировать, Дуси Тай Паттайи. Находится он недалеко, он находится на Первой линии, сразу же недалеко от Молден-стрит, терминала 21 и от фестиваль-центра. То есть у него удобное расположение. Сейчас вам покажу этот отель. Сразу дороги нету, бассейн. А вот девочка, вот бассейн. Еще один бассейн. Премиум гарден с видом на сад, покрытие ковролин. У нас такой же тип номера будет, я более подробно покажу, но что хочу именно на сад хочу показать вам. Что такое вид на сад? Ой, вот он, вид на сад. Видите, да? Тихо, спокойно, все, балкон. Средний, два стула. Чайный уголок. Сейф, вижу центральный кондиционер, ковролин. Все халаты. Гладильная доска даже. И утюг есть, да. Вот, смотрите. А, вот душ есть тропический, круто. Приложение зал. Интересные тренажеры. Так, номер 418, номер премиум. Значит, что у нас здесь? Чем отличается? Ну, смотрите, все то же самое. Вот она, ванная комната. Здесь душевая кабинка, тропический душ. На входе у нас плитка. Есть коннект. Connection room, видите? Чок. Одна большая кровать. Вот тут вообще какую-то они соединили. King size, я бы сказал. King size тахта. Плазменный телевизор, центральный кондиционер, ковролин здесь покрытие, чайный уголок, закуски, бар, так, холодильник полностью. Балкон с видом на бассейн, на пляж. Ну, здесь шумновато, здесь, видите, уже дорога проходит как раз-таки. Не очень удачное место в этом плане. Но когда закрыты двери, ничего не слышно. Ну, посмотрим ночью. Есть сейф, халат. Здесь проходят ужины. Друзья, если вы хотите в этот отель, обращайтесь. Я буду рад вам помочь организовать поездку для отдыха в Таиланд.
в любые отели, которые здесь есть. Вы можете найти мои контакты снизу в описании. Звоните, пишите, буду рад вам помочь отдохнуть. Кунрум. Такой длинный. Ага. Сейчас посмотрим на обратном пути все. Кофемашина. Две большие кровати, диван, центральный кондиционер, покрытие ковролин. Это как прямо на балконе. Как? Два шезлонга. Блин, я что-то на балконе душ. Удачный вариант. И вот он бассейн. Я вижу, здесь еще один есть. Тут тихо, спокойно. И вид на море. Так, здесь у нас хорошо. Бар. Это у нас гардеробная, гладильная доска, тапочки, халаты, сейф, зонтик. Все здесь есть. Пожалуйста. Так, здесь у нас душ. Душ тропический. Так, это клубный рум. Душ тропический здесь есть. О, какой большой душ, смотрите. Вот такая хорошая. Здесь есть ванна еще. Видите, вот она. Покрытие. Ковролин, центральный кондиционер, сейф, здесь есть кофемашина, плазменный телевизор, тахта, балкон с видом на море, большой балкон, два кресла, трансформируются в лежаки, бассейн один, второй, и вот там вот есть еще вот третий, и там уже завтрак проходит, и пляж. Окно в ванну, все стандартно, как обычно. И здесь тоже сейф, халаты, гладильная доска, тапочки. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.